что, рискнуть и попробовать 350 миллилитров американо? Который без сахара, который из магазина Dixie, который стоит рекордные 69,90, и это за 350 миллилитров. Где на крышке, в общем-то, в принципе, как и обычно, бывает плохое отверстие. И в очередной раз выручает нож Венгер в такой ситуации. Отверткой делаем вторую дырку отверстия. Не, ну этот шлак пить, конечно, никакого удовольствия. Вот странно, почему бездушные автоматы Луганска и области за 3 гривны делали изумительный 200-миллиграммовый американо. Я не говорю уже о Полтаве, там, Одессе, где какая-нибудь тетя Соня собственноручно из обычного зерна сделает молотый кофе, заварит его в турке. Все это на ваших глазах. Причем турка будет обязательно медная, обязательно приготовленная на песке. И еще по вашему желанию добавят в него коньяк, какой вы пожелаете. Будет настаивать на том, чтобы вы пили это без сахара, дабы почувствовать вкус. И он там таки действительно есть. Как-то не странно. Тут же отремонтировался магазин. Завезли, поставили им аппарат для хот-догов. Завезли, поставили им кофемашину. Они установили цену. Но за такие деньги, наверное, проще было бы купить просто кипятка вместе с таким прекрасным и замечательным стаканчиком. И за 10 рублей приобрести вот эту вот чудо-вещь, которая в десятки раз вкуснее того, что они продают и пытаются называть это кофе. Но на самом деле стакан действительно классный. Это такая хорошая печать хорошего качества. Глянцевая. Ну, в общем, стаканчик супер. Крышка не продырявленная. Вернее, там как бы есть одно отверстие, но пришлось проделать второе, потому что первое не работало. Одно сплошное разочарование. Почему-то бездушная машина. А может быть, это зависит от региона, может быть, действительно на территории Украины, или, как правильно говорить, в Украине, завозят какой-то кофе другого производителя, может быть, другого бренда. Может быть, он там действительно особенный. Хотя нет, в принципе. Поставщики везде одинаковые. Вода, атмосфера. Что на это может повлиять? Фиг его знает. В общем, короче, вот это вот, этот шлак, даже в объеме 350 миллилитров, не рекомендую вообще никому. 1-1. Полная шляпа. Все, что хотелось сказать о данном типа напитки. Всем пока!